В 2017 году учредили нагрудный знак Министерства культуры Чувашии. Его первых обладателей чествовали сегодня в Театре оперы и балета. Там же деятели культуры и искусства подвели итоги прошедшего года. Служители Чувашского драмтеатра Валерий Яковлев и Вера Кузьмина – первые обладатели свежеучрежденного нагрудного знака. Это республиканская награда за выдающийся вклад в развитие культуры и искусства республики. Благодарю за эту награду и надеюсь, что вот Чувашский театр, он также будет верно служить своему зрителю, своему чувашскому народу. Не остаются без внимания духовные и культурные традиции республики. За вклад в их развитие нагрудный знак вручили митрополиту Чебоксарскому и Чувашскому Варнаве. Будущее нашей республики, наших народов, которые проживают, как вы услышали, более 128 национальностей, именно в руках деятелей культуры и искусства. Ваш талант, ваши способности, ваша энергетика дает нам силу открывать дорогу в будущее. 2017 год достойно завершен. Отремонтировали 31 сельский клуб, модернизировали 25 сельских домов культуры. В 2018 году на эти же цели направят 39 миллионов рублей. Каким бы видом искусства вы ни занимались, это направлено на будущее, направлено на то, что мы любили семью, родину, Чувашию. У коллективов плотный график и грандиозные творческие замыслы на Новый год. Вот руководитель ансамбля «Реветь» буквально только что получил приглашение на программу «Играй гармонь». Мы планируем в апреле месяце поехать на всероссийские мероприятия в город Большие Сочи. А в июле месяце мы собираемся на передачу «Играй гармонь». Это будет международный конкурс «Город Новосибирск». 2018 год будет богат на культурные мероприятия республиканского и федерального уровней. Ирина Волкова, Александр Петров, Республика.